Ты хорошо себя чувствуешь? Все прекрасно. Я так сожалею, Эва. Знаешь, Эва, как сильно я люблю тебя. Джордж Стаут. Сегодня 2 года, как он умер. Он родился в тот же день, что и ты. Смех смехом. А что сделано, то сделано. Черт. Мама умерла. Мы бережем для тебя место. Не будет похорон? Так ты сказал? Пожалуйста, выпусти меня. Ты знаешь, кто я? Вы призрак. Да ладно тебе. Призрак — это Каспер. Я что, летаю по воздуху? Или я прозрачный? Я в некотором роде пересыльная контора. Вроде Western Union, только из загробного мира. Представляешь? Если позволяют обстоятельства, ребята вроде меня возвращаются сюда. Потому что нам нравится играть с такими, как ты. Потому что ты один из нас. Ходячий мертвец. Хирург хорошо потрудился. Должно быть, ты ему понравился. Как бы то ни было, это у тебя наследственное. Что вы имеете в виду? Понимаешь, поскольку твой отец покончил с собой, знаешь, сколько детей, у которых родители совершили самоубийство, тоже кончают самоубийством? Это твое наследство, парень. Но мой отец погиб в автокатастрофе. Это она тебе сказала. Он разукрасил мисс Ноябрь своими мозгами. Неправда, ложь. Ложь? Ты же знаешь, что нет. Знаешь, что я думаю? Тот, кто нами управляет, любит развлекаться. Ему нравится смотреть, доволен ли ты тем, что у тебя есть, или он может уговорить тебя заглянуть за занавес номер 2. Но все должно быть как следует. Так и случилось этой ночью. Ты оказался здесь один ночью, в темноте. Тебе нужна была попутная машина. И эти твои проклятые запястья. И твой отец, и мать, которая умирает в больнице. Она не умирает. Пока верно. Ничего этого не случилось бы, останься я со стариком, да? Трудно сказать. Шел. Время идет. Я не могу решать такие вещи. Несправедливо спрашивать меня об этом. Я знаю, знаю. Все так говорят. Но если ты не решишь к тому времени, когда блеснет первый свет, я просто заберу вас обоих. Заберешь куда? Да ладно, это очень просто. Это твоя плоть, Эл. Ясно, жизнь для тебя немного значит. Ты просто любишь смерть, верно? Романтику, тайну, ее скрытую красоту. Большое дело. Люди умирают каждый день. Множество людей. Множество. Это очень важно. Понимаю. Что, немного переменился? Мальчик-драма. С чего об это? Просто призыв о помощи или сатана? Нет. О чем ты думаешь, черт возьми? Что ценнее твоей жизни? Все это для тебя, твоего будущего. Быстрее! Тогда уступи очередь матери. У нее уже есть диабет, и дымит она, как паровоз. Проклятие. Все равно долго не протянет. Я бы предпочел взять сразу двоих. Для меня это больше баллов. Вперед, Эллен. Ты художник. Разукрашивай стены, как это делаю я. Это не просьба, малыш. Ты здесь не просто так. Это несправедливо. Вы не можете заставлять меня выбирать. Знаешь, парень, у меня даже не было выбора. У тебя есть.
Я бы сделал его на твоем месте. Мне всего 21, у меня вся жизнь впереди. 48 — это уже старость, она больна, по-настоящему больна. Твоя мама работала до изнеможения ради тебя, это жуткая работа. Чтобы отложить деньги, чтобы ты мог учиться, черт возьми, да просто, чтобы ты мог наесться. Да кто ты такой, в конце концов? Ангел за его правым плечом или дьявол за левым? Заткнулся бы. Так как это будет, Эл? Ты или мама? Или вы оба? Нет, нет, нет. Нет. Тебе не убежать, Эллен. И ты не можешь убить того, кто уже мертв. Так что кончай раздражать меня и принимай решение. Родился 30 октября 1942 года, умер 31 октября 1967 года. Хорошо началось, да слишком быстро кончилось.